Не делай этого. У каждого есть ради чего жить. Но не у меня. У меня ничего нет. Я никто. Это даже не броня. Это мамин поднос. Не самый лучший. Я неудачник. Неудачник! Для меня ты воин. Воинам присущ страх. И нечего стыдиться. Страх помогает выжить. Страх — это временно. А честь нет. Спрыгнув, ты запятнаешь свою честь. Посмертно. Поговорим. Честь? Точно. Моя деревня бедна. Ни торговли, ни приезжих. Мы погибаем. Меня выбрали убить Минотавра в надежде, что это нас прославит. Спасет, быть может. Но я не гожусь в убийце Минотавра. Меня обокрали в первый же день здесь. И кто? Проводник! Охота на чудищ не всем по плечу. Даже не став убийцей Минотавра, ты найдешь способ спасти деревню. Ты прав! Мне просто нужно всех обмануть! Не перевирай мои слова! Обман сработает. Люди здесь очень добры и слегка глуповаты. Правда? Не верится. Пусть думают, что я убил Минотавра. Деревня станет моим святилищем. Я буду как Тесей. Морис великолепный, убийца Минотавра. Мы будем жить как прежде. Какая-то мечта. Зато люди вспомнят о нас, начнут торговать с нами. Это достойная мечта. Я должен выглядеть, как подобает победителю Минотавров. Достань самый броский доспех правителя Певки и оружие, которое я якобы вырвал из рук Минотавра. Из копыт. Я здесь, чтобы помочь. Ладно, ладно, ладно. Что тебе еще рассказать? Топор, будто бы принадлежавший Минотавру. В Певке есть торговцы таким оружием? Мне рассказывали, что в крепости Лато прячут легендарный топор. Вот он-то мне и нужен. И что же в нем особенного? К нему прикасался Тесей дважды. Тесей перепробовал немало топоров. Ну, да. Но этот он трогал дважды. Вот таким топором и вооружился бы Минотавр. Ты сказал про самый броский доспех правителя Певки. Где его найти? В укромном месте. Там, откуда его сложно украсть. Должно быть, в его собственном доме. Ладно, я найду доспех и топор, достойные убийцы Минотавра. Только не прыгай. И не подумаю. Пусть
Но, Фобос! Элла! Давай! А ты еще кто? Вот топор, который искал человек с крыши. Довольно тяжелый. Сможет ли он поднять его? Кто-нибудь есть? Никого не видно.
Кто из вас напуган? Кто тщедушен? А, да ты могучий воин! Ты пришел за почетом? За славой? За неизбежной смертью? За всем, кроме последнего. Тогда ты здесь ради Минотавра! Не вижу у вас лабиринта, но раз уж здесь можно поохотиться на Минотавра, я слушаю. Тогда слушай внимательно. Убей его и станешь знаменитым, как Тесей! А также заберешь домой приз Певки! Ваш Минотавр умрет. Значит, у нас есть соискатель! Настало время испытаний! Предварительно. Ты что, сказал предварительные испытания? Перед встречей с Минотавром нужно пройти 3 героических испытания. Мы не можем отправлять людей, только сошедших с корабля, на убой. Таковы правила. И что именно меня ждет на испытание? Испытание силы, где против тебя выступит лучший боец Крита. Испытание меткости, где поможет лишь зоркость. И испытание стойкости, где твоим противником будет вода. Одно из испытаний — заплыв? За нос меня вздумал водить. Что? Да как ты... Да как тебе это в голову пришло? Совести у тебя нет. О каком призе Певки ты говоришь? Это богатство на всю жизнь. Тем воинам, кого убил Минотавр, деньги уже не нужны. Из них и состоит приз Певки. Для того, кто сможет победить Минотавра. Вы забираете деньги у мертвых? Поверь! Большая часть этих денег идет в специальный приют для детей, чьи родители были зверски убиты Минотавром. Ясно. Я пройду их все. И заплыв? И заплыв. А затем уйду с головой Минотавра. Замечательно. Не забудь взять жетоны у судей, чтобы доказать мне свои успехи. Ах! Еще один воин пришел спасти нас от длинных очередей и дорогих сувениров. А, это моя жена Кора. Редкая красавица и... всегда говорит то, что думает. Леандрос, прошу, слова отнюдь не самое важное. Не все воины живут ради славы. Семья всегда будет важнее. Согласна с тобой. Я так всегда и говорю мужу, этому трусливому слизняку. Эй! Это наша дочь. Ваша дочь? Амара. Она сбежала. Она... С ней все хорошо. Да и хватит об Амаре. Здесь рядом неубитый Минотавр. Трах! Бах! Жаркий бой! Реки крови! Подумай о славе! Подумай о призе Певки! Прошу, поверь, в Певке все не то, чем кажется. Решив одну проблему, можно решить все остальные. Немедли, герой! Предварительные испытания ждут тебя! Кто из вас силен? Thank you.
кто-то нарочно свистел. Почудилось, что ли? Откуда этот звук? Тут никого нет. Надо взглянуть. А? Выясню, в чем дело. Что? Победа! Вот и ты. Нет, не шанс! Нам конец! Об этом доспехе говорил Моррис. И прям броский. Теперь у меня есть все, чтобы человек с крыши вновь прославил свою деревню. Отнесу ему эти вещи, пока он не спрыгнет.
Я здесь. Благодаря этим вещам ты сможешь всех обмануть. О, превосходно! Не беспокойся, это ложь во спасение. Про нашу деревню снова вспомнят. Не мог бы ты, ну, отдать мне эти вещи? Конечно, топор и доспех твои. Отвернись-ка, дай мне переодеться. О, выглядишь как герой. Будто ты прикончил целую семью минотавров. Что, правда? Ты мне не врешь? Не вру. Твой грозный вид даже меня немного пугает. Ого! Все хорошо! Я теперь герой! Я спускаюсь! Чувствую себя героем. Куда они запропастились? Их мать скормит меня проклятому минотавру. Похоже, это испытание точности. М? О, да, это испытание точного поиска моих проклятых сыновей. Вот как? Странное испытание. Ты растил сыновей? Нет испытания сложнее. Только пройдя знаменитое, полностью правомерное испытание точного поиска моих сыновей, ты встретишься с минотавром. Ну, так если я найду твоих сыновей, ты дашь мне жетон испытания? Ты получишь жетон и мою благодарность. Я найду твоих сыновей и вытащу их из передряги, куда они угодили. Обычно они прячутся в полях позади. Советую подготовиться морально и физически. Тебя ждет величайшее испытание. Чтобы найти твоих сыновей, мне нужно знать о них больше. Они паршивцы. Чудные, милые, но паршивцы. С ними нет сладу. Может, хоть тебя послушают. Ты сказал, что твои сыновья где-то в полях, но этого мало. Лазают где-нибудь. По зданиям, башням, в посевах. Точно! Посевы достаточно высокие, чтобы они могли спрятаться. Я зову их, а они не слушают. Меня послушают. Не бойся, я верну твоих сыновей. Нужно найти всех троих. Поспеши, моя жена не поверит, что они молятся в храме так долго. Нашел. Это он. Вижу его. Ты меня... Бегите домой и слушайтесь отца. Или я пожалуюсь минотавру. Беги, отец ждет. И слушай его, если он зовет тебя. Хорошо, я понял. Мне все еще нужно найти остальных мальчиков. Ой, рука! Все хорошо, можешь уходить. Меня здесь вообще нет. То, что
ты сломал, дорого стоило. Папа наверняка убьет тебя. Конечно. Домой. Ну? Последний мальчик. Можно возвращаться к их отцу. Детки, они вернулись! Ты был прав. Они по... Они впрямь послушали. Испытание точного поиска моих сыновей пройдено. Это будет моя самая запоминающаяся победа. Нужно собрать все 3 жетона. Не надо. Слушай, лучше заплати, будущий победитель. Испытание стойкости убило больше людей, чем остальные вместе взятые. Они все прыгают, напившись? Вообще-то да, опрометчиво с их стороны. Если переживешь прыжок, ты должен будешь забрать жетон из сундука, скрытого в темных глубинах озера. Жетон будет моим. Нет. Прошу, заплати за жетон. Ты не сможешь одолеть те опасности, что ждут тебя под водой. Ты не получишь ни драхмы. Я достану жетон. Если ты хочешь умереть страшной смертью под водой, не стану мешать. Помни, мой жетон лежит в сундуке на дне озера. Если, что крайне маловероятно, ты все-таки выживешь, буду ждать на берегу. Как именно умение плавать связано с убийством Минотавра? Пути Минотавров неисповедимы. Сколько сложностей из-за жетона. Придется лезть в воду. Вот что я искал.
Харя, тщедушный боец, ты что, считаешь, что твое чахлое тельце выдержит испытание силы? Да? Мое чахлое тельце способно на многое. Ха-ха, смело! Делать вид, что у тебя есть шанс выстоять против такого славного воина, как я. Мы можем сразиться за жетон, да, но не хочешь ли ты купить его и остаться неповерженным? Да? Нет. Сразимся. Ты точно не хочешь отдать мне свои драхмы? Сразимся. Что ж, начнем повержение. Зря не купил жетон, да? Чудная цена. Но я назначил новую. Твоя жизнь. А так я буду ковыряться в зубах твоими костями. Что? Что я чувствую? Что это? Вкус поражения. Поражение? Побеждать лучше, да? Возьми, жетон силы твой. Хорошего дня и не бей меня больше, прошу. Так, жетоны у меня. Встречусь с Леандросом в приюте воина. О боги, мистик... Нам заплатят или... Можно отдохнуть? У меня уже и правда ноги. О! Вот ваши проклятые жетоны. Никаких больше игр, никаких испытаний. Я пришел за Минотавром! Разумеется, Мисти. Давно пора. Но сперва... Не хочешь ли ты купить эти великолепные жетоны на память? Срок действия предложения... О боги! Это отличный подарок. Ни одной драхмой больше. Ну, разве ты не захочешь взять что-то на память о предварительных испытаниях? Я... Прости. И теперь тебе осталось лишь сразиться с самим Минотавром. Готов встретить свою смерть? Судя по предварительным испытаниям, да, готов. Ну вот, славно. Я рад, что вы сразитесь с Минотавром. Ты найдешь чудовище в пещере храбрых на плато Дикти. Еще два воина прошли предварительные испытания. Можешь поговорить с ними. Они пойдут с тобой, когда будешь готов, ну знаешь, умереть. Ты проделал такой путь. Идем с нами. Нет. Я никак не могу пропустить свой урок лепки. Так что... А
А вы, должно быть, воины. Смотри, брат! Последний участник нашего отряда для охоты на Минотавра. Когда чудовище узрит нашу мощь, оно замычит от страха. Минотавры ведь мычат? Если никто не возражает, я нанесу руковой удар. Ну, или просто скажем, что нанес. Готов согласиться на «сыграл ключевую роль в убийстве Минотавра», отвлекая его на себя. Смертельный удар нанесет тот, кто проявит мастерство и отвагу в бою. Значит, я буду носить его потроха, как ожерелье. Все закончится хорошо. Ну что, ты готов ехать? Убьем Минотавра. Леандрос говорит, что он живет в пещере храбрых на плато Дикти. Да начнется минотурнир! Минотавр ест людей и обитает совсем рядом с жителями Певки. Почему он не сожрал их всех? Может, его не устраивает их рацион? Верно мыслишь, брат. Окунем же клинки в масло и лук и получим преимущество в бою. Брат, стой! Тебя прославит убийство зверя, а не свежий хлеб. Похоже, здесь живет чудовище. Все ценное и беги, смертный. Оставь деньги, и я отпущу тебя. Иначе тебя ждет смерть от копыт. Му-му! Страшно? Малака, буду резать вас, пока не объясните мне, что происходит. Сказал, да ну его. Здравствуй. Хватит крови. Убери свои рога подальше и расскажи мне, что происходит. И можешь снять маску. Леандрос? Я говорил, что здесь все не то, чем кажется. С радостью возмещу любые убытки, Прошу, они похитили мою дочь. Люди в масках держат Амару где-то в ущельях плато Дикти. Люди в масках? В каких масках? Ну, в белых, как мрамор, с кровью из глазниц. Жуткий вид. Это культ. Вся Певка у них в руках. Они заманивают героев со всего мира сказками о Минотавре, чтобы расправиться с ними под покровом тьмы. Это бесчестно. Амару убьют, если я не подчинюсь.
Если перестану лгать или скажу жене, или позову на помощь, она умрет. Расскажи об Амаре. Моя дочь. Ее смех ярче, чем сам солнечный свет. Она мое счастье. Счастье, которое они украли. Им нужно мое красноречие, чтобы заманивать богачей на испытания. Они знают. Ради Амары я пойду на все. Ты сказал, что культ... люди в масках держат Амару в ущельях плато Дикти. Там очень много ущелий. Но только в одном из них, моя дочь. Там стоит Закрас. Древние руины, служащие оплотом людям в масках. Каждую ночь я надеюсь увидеть ее там. Но все напрасно. Боюсь, что они держат ее в темнице, под землей. И сколько человек ты обрек на смерть своими речами? Тысячи? Больше. Но что их жизни рядом с жизнью моей дочки? Она все, что у меня есть. Но теперь ты поможешь мне, ведь так? Ты спасешь ее, да? Скажи мне, чьей помощи ждет Амара? Моей или своего отца? Будь смелым, Лиандрос. Быть смелым, да. Ты прав. Я помогу дочери во что бы то ни стало. Прошу, пойдем со мной. Ты спасешь Амару вместе со мной. Спасибо. Встретимся перед руинами Закраса на плато Дикти. Там моя дочь. И там же должен быть я. Люди в масках действуют слаженно и без страха. Их оружие не вещь, а наша жадность. На этом спектакле каждый купец, каждый грех и его раб наживаются так, как не снилось Мидасу. Миф о Минотавре делает нас богаче, а о цене мы не думаем. Да, костюм натирает, а ведь я использовал бутыль масла. Трудно дышать в костюме столь прекрасном. О, Зевс, как в этих мехах жарко! Ты Минотавр. Эй, Минотавр! Ты Минотавр! Ты Минотавр! Нет, перед этим получилось лучше. Я здесь, Амара! Ничего не бойся! Ты тоже не бойся, Лиандрос. Ты нужен ей. Думал, ты не придешь. Я с тобой, Лиандрос. Что бы ни случилось, Амара будет гордиться своим... Вижу, ты все еще Минотавр. В этой маске я смотрел в лицо опаснейшим воинам Греции. Правда, я должен был лишь отвлекать их своим устрашающим ревом и жестами, чтобы на них незаметно напали сзади. Но она придает мне храбрости. Похоже на то. Для меня честь сражаться плечом к плечу с легендарным Минотавром. Да, да. Прекрати. Должно быть, ее держат в подземелье. Копыта и храбрость нам помогут. Но в крепости полно стражи. Как нам действовать? Тихо. Я прокрадусь внутрь. Оставайся пока здесь. И я могу красться. У тебя рога. Иди, я постараюсь отвлечь стражей. Где ваша честь, негодяй в масках?
Покажите свою храбрость! Покиньте запасы страшной крепости и выходите сюда ко мне! Умри! Эй, я тут! Смотрите сюда! Это Минотавр, и он... Он... Лица на вас! Нашел. Нет, нет! Я сидела тихо! Да не плакала! Я... Отпусти. Я буду молчать! Встретимся позже! Спасибо! 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 Ты спас меня! Ну? Это что, Минотавр? Покажись. Отец? Ты Минотавр? Только не говори маме! Я ждала, ждала и... Ты ведь не собирался меня тут бросить? Ты просто думал, как меня спасти, да, папа? Конечно! Я бы тебя не бросил, просто... Надо было сперва кое-что найти. Те, кто похитили тебя. Если ты слышала что-то, что поможет мне остановить их. Пока я притворялась спящей, их главарь говорил о встрече в Кидонии. Я записала все, о чем шептались люди в масках. Надеюсь, это тебе пригодится. Друг мой, мы возвращаемся к моей жене. Она ищет Амару в приюте воина. Идем с нами. Ведь наша семья вместе. Благодаря тебе. Прошу.
Амара, ты жива? Мама! Моя семья, это все ты? Спасибо Леандросу. Он ринулся в бой. Хотя его и превосходили и в умении, и в одежде. Он храбро сражался. Твой муж совсем не трус. Значит, здесь все-таки есть герои? Никто никогда не получал приспевки. Деньги убитых Минотавром помещались в хранилище. Их становилось все больше. И вот, крохотная, но заслуженная их часть твоя. Спасибо за крохотную часть? Ну да, меньше налоги, меньше расходы, ну и вообще... На твой корабль будет доставлено все, Мисти. Ты заслужил. Ой, это тебе. Трус не заслуживает быть Минотавром. Держи. Лучшая похвала. В Певке оставаться опасно. Спасение Амары не останется незамеченным. Нас захотят наказать. Но мы живы, и благодаря тебе у нас есть будущее. Удачи. Культ существует десятки лет и будет жить еще много веков.